и помимо вас, одну из гостей мы увидим, из гостей мы увидим во второй годке. Наталья Гусева-Сорокина у нас сегодня, как известно, как та самая мама, которая и там и здесь ее показывают. Сейчас приедет нам во второй годке. Во второй годке подсядется еще Евгений Тумашов, который всем, кто не видел его новый календарь, очень, я считаю, хороший. Два календаря мы разыграем. Вот на первый год мы ставок не делаем, ну просто так, чтобы люди немножко вжились в атмосферу, я считаю, а то начнет народ переживать, это портит аппетит. Ну а на второй год ставочки мы сделаем, два календаря мы разыграем. Ну а пока что будем смотреть гонку. Как известно, сингл микс у нас был удачен один-единственный раз. Кстати, кто вспомнит, в каком году? Кто вспомнит, в каком году у нас сингл микс прямо был? Вот, единственный раз мы были на пьедестале. Да, в 15-м году это была самая первая гонка Волкова. Вот, да, Волков и Романова тогда вот прям заскочили на пьедестал. И с тех пор, как отрезало, мы даже ни разу не поднимались. Может быть, сегодня вот будет тот самый счастливый случай, потому что все серии самые неудачные, когда прерываются. В прошлом году, например, прервалась наша неудачная вот эстафетная серия мужчин и женщин. Ну, как бы, может быть, снова пора. Ну, а сейчас будем смотреть эстафетную гонку. Прикидываем в уме шансы на то, что будет сингл в миксе классическом. Ну, и обращаем внимание на стартовые протоколы. Ощущение, честно говоря, такое, что сегодня очень хорошо сделали ставку именно на сингл микс. Ну, австрийцы традиционно, ну и шведы, наверное. Шведы. 10 километров мужчина и 7,5. Ну, правила практически те же, за исключением, как мы знаем, укороченного штрафного круга. Здесь он 75 метров и Тамара Воронина. Под номером 4, под номером 5 итальянцы своим сыном. Да, матч сегодня удивляет, не дает в эфир прямой смешанную эстафету, поэтому мы смотрим на Евроспорте с Сергеем Курдюковым. У женщины Сергея всегда приятно слушать. Мужскую категорию Швеция, Персон, Бронсон, Неллин и... Больше двух минут отставания России продолжает.